Добрый день, уважаемые родители и дорогие дети! Я Шустова Мария Сергеевна, инструктор по физической культуре ГБУ школы номер 1420, корпуса номер 6. Сегодня я проведу для вас комплекс общеразвивающих упражнений с мячом под музыку. Вы готовы? Тогда давайте начинать. Первое упражнение маршируем и стучим по мячику. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, другой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Приседаем мяч вперед. Раз, два, к себе. Раз, два, к себе. В сторону. Тянемся мяч вверх. Потянулись, посмотрели, опустились. Потянулись. Следующее упражнение будет: ножки на ширине плеч поставили, мячик сначала ударяем о пол, ловим и вверх потянулись, опять ударили, поймали, вверх, мяч вниз, вверх, приготовились, ударили, подняли, вниз, вверх. Ударили, подняли. Показали. Следующее упражнение мы будем поворачиваться с вами, подбрасывать мячик. И в исходное положение ровно. Опять повернулись, подбросили ровно. Раз, два. Два. Приготовились. Повернулись. Ровно. Повернулись. Ровно. Хорошо, молодцы. Давайте соединим с вами упражнение. Мяч ударяем о пол. Вверх тянемся. Повернулись, подбросили. Прямо. И также в другую сторону. Попробуем под музыку. Раз, два. Повернулись, подбросили. Выпрямились еще раз. Ну что, перейдем к следующему упражнению. Сед ножки врозь. Мячик на полу. Прокатываем мячик вперед ладонями, рук потянулись и назад. Вперед и назад. Мяч у правой ножки прокатываем к одной ножке, к другой. Следим, чтобы мячик не укатывался. Хорошо, сед на колени. Прокатываем мячик вокруг себя. Сейчас мы с вами выполним несколько игровых упражнений под музыку. Внимательно смотрите на меня и повторяйте за мной. Приготовились? Прыгаем и... Мама, прыг, 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 попрыгаем, прыг, 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 попрыгаем, прыг, 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 попрыгаем, чтобы не...
похлопаем. И мы похлопаем, хлоп, хлоп, похлопаем, хлоп, 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 похлопаем, хлоп, 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 похлопаем, чтобы лень прогнать. И нам пора зевать рот, пора зевать рот, пора зевать, чтобы лень напугать. Хорошо, молодцы. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. До скорой встречи. До свидания.